have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы сегодня с вами находимся в Огайо, неожиданно. Игрушка была у меня в рекомендованных, я зашел глянуть, пока что еще без понятия, что тут происходит. Тут был довольно-таки высокий процент лайков, выше 90. Так, можно купить бронежилет, можно купить оружие. В общем, в Огайо небезопасно, я так понимаю, да? Я тут одну вещь сделал, как только я зашел, нажал на один. И когда нажимаешь на один, у тебя пропадает плащ. Он не пропадает, он становится полневидимым. И ты такой, хоба, хоп, 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 хоба. Я такой блок потом. А, да, это немножко настораживает. Хорошо, пушка откроется через 7 минут, без понятия, что это значит. Наливать тебе что-нибудь попить вкусненького. Сделать так, как я. Эй, парень, посмотри на меня. Делай, как я. Делай, как я. Блин, кто это слышал? Не забудьте принять свои таблетки от всего подряд. Итак. Давайте посмотрим, что эта игра нам предлагает. Тут у нас боксерские перчатки. Полки прогрузились. Погоди, что это такое? Музыки я тут не вижу, кстати. А, тут можно устроиться на работу, окей. Это РПшка какая-то, или больше как GTA, или что здесь вообще происходит? Давайте глянем. Так, Shift есть уже, хорошо. ATM. У меня есть 10 баксов. Я могу бить ATM. Все, супер. Теперь у меня 400 баксов. Ах, если бы такое реально работало в настоящей жизни. Кофеечек. Как я могу взять кофеечек, не подскажете? А, о, вот так. Я его выпил за один глоток, хорошо. Есть печенька, есть пончик, есть кофеечек. Он теперь стоит 30 баксов. Ага, нужна отмычка. Мне нужна отмычка, это интересно. Я не помню, где в последнее время на Сварблоксе была такая штука, что тебе нужно прийти с О, еще один ATM. Немножечко поправим наше финансовое состояние. Ну что я видел, там в магазине можно было что-то покупать. Давайте попробуем сначала. Знак стоп за 120 баксов. А зачем он мне? Возможно, это что-то важное. Но пока что я не вижу в этом смысла. Давайте. Усталость я тоже пока что особо не вижу. То есть, ну, стамина бар, чтобы посмотреть. Просто граната на улице валялась. Ничего особенного. Получается, и перчатки я могу просто взять. Неплохо. Хорошо. Все, что блестит, можно просто нажать и взять. Ой, тут есть качалка. Это реально пока что похоже на некую GTA-шку, что ли. О. Тут вон яблочко за 20. Дуэйн Джонсон предлагает нам. Красные перчатки 49, и синие почему-то за 51. Я не понимаю, почему такая дискриминация. Гантельку можно. Спарринг. Блин, а тут банкоматов прям до задницы. Я еще, правда, ни с кем не сталкивался. Вроде как кого-то я видел из людей. Но со мной никто не интерактировал, так скажем. Просто дробаш валялся на улице. Мяч. Посмотрим, сколько еще у меня в инвентаре может находиться. Это интересно. Граната, дробаш. Так, а тут у нас что? Как раз то место, откуда мы начали.
Тут продаются коктейльчики и мегафон. Так, топорик есть. Топорик за полтос можно. Учитывая, как тут достаются деньги, топорик за полтос это недорого. Кофе опять же за тридцаточку. Ага, тут можно запереть двери. Прикольно. Давайте тогда глянем, что у нас в магазине. Тут есть нож. C4. Вот, легкий жилет. Тут можно... Глок. У, погодите. А если я хочу... А, это 3500. Это прям дорого. О, отмычка. Да. А я хочу одну или... А, я понял, он заполняется. Все. Я осознал. Спасибо. Пойдем попробуем открыть то, что до этого было. Где там эта кафешка? Вот она. Или не... Да, вот вроде вот она. Чтоб тебя. Вернем себе немножко деньги. А то мы потратились на отмычку. Так, что открыть, дверь или сейф? Странно, но вот это я могу открыть, кстати. Там прям какой-то беспредел за стеной. Подождите, дайте я сначала вскрою. Минута осталась до открывания пистолета, чтобы это не значило. А... Ага, вот как у меня в сумке все расположено-то. Так, это отмычки, это такой пистолет, это такой пистолет. Давайте я, наверное... Девятка, да? А оно дальше не открывается. Так. Ага, вот как оно переносится, я понял. Тогда мне, пожалуйста, вот так. Нет. Вот так я хочу, пожалуйста. Ну, нужна отмычка. Отмычка у меня есть. Ладно. Тут бесплатный кофеечек появился. Который я заберу. Наверное, он жизнь восстанавливает. Уж не знаю. Так, ладно. Оружие у меня появилось, что приятно. Так. Клейм. Это у нас есть. Теперь открывается. А, еще денежки подкинули. О! Фига себе. Ого. Ай. Куда вы меня тащите? Так, нет. Давайте мне по голове лупить. Стоп, третье. Поставь меня на место. Бить меня, наверное, не могут. Лагаю, наверное, все бессмертные. А можно меня на место, пожалуйста, поставить? Странно, что они вроде до этого сами с собой перестреливались, а потом вдвоем начали стрелять по мне. О!
выползать отсюда. Или все-таки можно? Можно убить. Ага, сейчас мои вещи были сохранены, но в будущем мои вещи будут утеряны, если я... Ясно. Возможно, не стоило так быстро на всех нападать? Окей. Вот знак стоп, который мне до этого предлагали купить. Теперь я могу его просто забрать. А с другой стороны, давайте посмотрим, если не нападать ни на кого, они на нас смогут напасть или нет? Блин! За 15 тысяч статуя меня самого. Смотрите, какая прикольная, кстати. Черт, я бы себе такой по-настоящему заказал бы. Встань. 100 баксов. Блин, тут все. Этот ковер, он на самом деле соединял всю комнату. Хорошо, лавовые лампы по штуке. В принципе, ну, обставить дом как нефиг делать. Надо бы дом найти. Следующий зарплат через 3 минуты. Ха. Могу на ракете покататься. На самом деле прикольно, мне нравится. Это голограмма или... Да, это голограмма, прикиньте. Так, ладно, если тут есть все это, значит тут есть дом, который можно заполучить себе, где это все будет стоять. Так я понимаю или так? Смотрите, 1000, танцпол сколько стоит? 1500. Это все недорого. 4000 целый набор с компьютером. Ну, типа для хацкеров. Пойдемте тогда посмотрим, что тут еще есть. В общем, ребят, кто играл в этот режимчик, о, тут зеленый экран для того, чтобы снимать видосы, ну-ну. Свои личные аттракционы, смотрите. Офигенно. Офигенно, блин, я хочу такое. Какие вещи, вы чё? Супер. Не-не-не-не-не-не, какой купить? Я понял. Пойдемте там, посмотрим, что и как и где можно здесь прикупить. Если тут можно купить какой-то домик или заполучить какой-то домик, куда можно все это притащить. У-у-у. Было бы красиво. Итак, дом. Ага, нужна отмычка. Но у меня же отмычка есть, но... Написано, что у меня есть одна. Ну ладно. Так, это у нас можно ножик купить. Что за нафиг? 25 баксов валялось. Тележка. О, тележку можно. Знаете, как бомжи ходить с тележкой. А, это мы сейчас возле кафешки вот этой. Точно. Так. Так, погодите, тогда. Я не, вот это пока не понял, как тут срабатывают отмычки, потому что сейф-то я открыл. И он мне пишет, что одна отмычка у меня еще есть. Хорошо, пойдемте в армари, купим еще отмычек себе. В принципе, деньги есть. Я думаю, это то, что нам сейчас нужно было бы. Окей, 6. Вот, у меня 3 отмычки. Супер. Поехали. Может, у меня скилла не хватает на отмычки? Просто так C4 лежит. Просто гитара лежит. Все же просто так лежит. Я думаю, лучше забирать. Открывается после... А, неплохо. 1 миллион. А, кошелек это то, что у меня есть, я понял. То есть я могу просто выбирать кошельки за 31 тысячу. Окей, окей. Вот это интересно.
Да, пока что кошелек выглядит так. Супер. Барбершоп. Ну-ка. Да. Стычкоуч. Так. А я не могу. А, это печально. Я бы хотел, чтобы у меня была возможность подстричься. Есть фен, но он не берется. Жаль. Так, а ты у нас кто? Вылет какой-то только кинуть. А, это казино. Маниган. Ну-ну. Для этого сначала, чтобы деньги были, а так, в принципе, нормально. Вот как раз и танцпол. Бесплатное. Все, что бесплатное, забираем. Инвентарь у нас, конечно, не бесконечный. В крайнем случае, мы можем потом что-то повыбрасывать. Кастеты. Я сначала подумал, что это выглядит типа как кошачьи лапки, но это кастеты. Но, с другой стороны, тоже недалеко от реальности. Ну, вы понимаете. Так, хорошо. У нас, кстати, есть телефоны, которые я за все это время ни разу не клипнул. Карта. Ёпперсете. Так, банк, армори, стейшн, чёрч, хоспитал, фон, кафе, полис, бургер. А тут не обозначена недвижимость, которую можно прикупить. Блин, карта, кстати, выглядит нормально. Знаете что, ребят, я, скорее всего, сейчас запишем эту серию, я этот режим себе закину в любимые, и попробуем потом прийти сюда с ребятами, возможно, что-нибудь... Вот. Арендовать дом за 300 баксов, да, хочу. Изменить модельку. Это дорого. Ну вот цвет поменять. О. Все, теперь я тут живу. А вот теперь... О, да тут можно... Ой, тут денежка лежит. Я снял его за 300 баксов. Мне 100 баксов положили как благодарность. Вот, теперь сюда можно закинуть и мебель, и все. Он небольшой, правда, но черт побери, это же мечта холостяка, посмотрите. Супер. А где он у нас находится? Так, телефон. Карта. Он у нас находится вот здесь, рядом с казино. А казино тут одно? Ну хорошо, я думаю, что я попробую запомнить. Разобраться с домом. Так, а разрешение? Не, разрешение это для кого-то, если друзья есть. А я сегодня пришел один. Скейт! Твою за ногу. Я могу передвигаться по городу не пешком. О, это круто. А теперь бы найти магаз. Где был магаз со шмотками? Вот, да? А, он прям вот возле армори. Тут магаз со шмотками. О, мне деньги пришли. Не, погоди, это ювелирка. Тут армори. А где тогда? Так, барбершоп. Где был магазин с вещами? Блин, я заблудился. Прикольно. Куча домов заколоченных. Интересно, это отсылка на то, что это типа Огайо такой всегда? Или... Вон, по-моему, магаз, да. Хорошо, давайте попробуем себе что-то прикупить. Ну, как минимум, где спать. А потом уже посмотрим. Так. Мне бы, пожалуйста, что-нибудь... Диванчик какой-нибудь холостяцкий. Вот этот вот. Да. Мне, пожалуйста, вот эту вот тумбочку с вот этим вот телеком. Телек тут может быть, кстати, и другой совсем. Я там хотел себе вот эту статую, но это 15 штук, это дофига. Так. Что же я тогда себе еще хочу? А, давайте тогда просто пойдем посмотрим. Блин, это дорого. Просто пойдем посмотрим, как это все можно поставить в наш дом. Если есть такой варик. Блин, тут все на самом деле близко, это удобно.
Тут можно деньги получить. Точно. Спасибо. Напомнили мне. Дадут автомат. Ну, автомат, ну, в принципе, да, тоже нормально. Тут все вот эти вот домики, они по 300 баксов, и этот, и тот. Так, manage. Change model не надо. Да. А как мне вещи, которые я купил, они что, в менюшке, что... Нет, погоди. Нет, тут только то, что я подбирал. А где то, что я купил? Тут самим, в самом доме я ничего не могу сделать. Я могу только, типа, manage house я могу здесь. Но здесь мне дают, насколько я понял, только... Именно размеры и цвет. А где вещи, которые я... Ладно, ребятушки, давайте тогда... Так, тут... Может, кстати, на телефоне можно что-то... Дилеры, сеттинги, месседжес, контакты, коды... нет, нет. Давайте тогда на этом будем заканчивать. Серия получается... довольно-таки вместительный, много чего знали, не знаю. Мне здесь классно, мне здесь нравится. Приятная атмосфера, несмотря на то, что я с людьми повздорил, меня прибили, потом-то меня не трогали. В общем, я же говорю, что я в следующий раз постараюсь прийти сюда с народом. Кстати, кто хочет прийти с нами, пишите в Discord, мы договоримся. В принципе, что вы об этом думаете, пишите, оставляйте комменты и в Discord тоже подходите. Если в этом видео была поставлена музыка, то, скорее всего, я ее добавил, в игре музыки нету. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.